мы добрались до города Аяче, до родного города Наполеона и до самого большого города Корсики. Ехать было непросто, на поезде сначала 2 часа, потом на автобусе 2 часа, но все-таки мы добрались, вот этот город. Чем он знаменит? Ну, понятно, Наполеоном. Говорят, что главная достопримечательность этого города – это вот его статуи, и их можно считать, как мосты люди считают, да, и говорить, вот я столько-то насчитал. Остановились в отеле. Отель так недорогой, сколько? Где-то около 70. 70, да? 70 евро отель, но без завтрака. Мы еще не поднимались, потому что только с 3 сказали, вот, пожалуйста, багаж оставляйте, а сами к 3 приходите, а время 12:30, не запускают раньше. Зато узнали, сколько стоит сауна в этом отеле. 45 минут 70 евро. На двоих. Если один человек, 50. Если четверо, 140 евро. 140 евро вчетвером на 45 минут. Мы, конечно, так думаем про себя, но приоритеты надо расставлять. Кто-то не может жить без ужина горячего, а мы тут перебиваемся какими-то фастфудами. Кто-то не может жить без выпивки. И говорят, что они обязательно должны выпить виски или там какой-то дорогой французский коньяк. Мы любим сауну, так что мы, скорее всего, не сможем пропустить ее. Вот так. Всем привет из Аяче, Корсика.